Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев провел заседание Координационного совета по противодействию коррупции. Подробности в нашем материале. Противодействие коррупции во всех сферах – задача обширная. Она требует системного подхода. Поэтому так важно взаимодействие органов власти, силовых структур и гражданского общества. Борьба ведется по всем направлениям. По выявляемости этих правонарушений мы на сегодняшний день в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа, Российской Федерации, находимся на хорошем таком уровне. Но это не говорит о том, что мы должны там расслабиться. Работа не прекращается ни на один день. Одной из сфер, где наиболее часто случаются коррупционные правонарушения, стала сфера распоряжения и использования государственного и муниципального имущества. С начала текущего года совместно с органами исполнительной власти Чувашской Республики были проверены выездные проверки 39 государственных учреждений. По фактам использования объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, возбуждено 7 дел административных правонарушений, что выше уровня прошлого года на 40%. Только за последние полтора года в этой сфере выявлено почти 100 коррупциогенных фактов. Проводимые прокурорами антикоррупционная экспертиза имеет большой профилактический потенциал и большое профилактическое значение. Только в текущем году в результате принятых мер коррупциогенные факты исключены из 15 действующих актов. Идет работа и в столичной администрации. Создана горячая линия для обращений граждан. Принцип максимальной прозрачности сейчас стараются соблюдать при проведении государственных и муниципальных закупок. Совместная работа надзорных ведомств и органов власти позволяет эффективно противостоять коррупции. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.